Настоящим украшением праздничного стола во время Хэллоуна могут стать булочки тыквы, очень красивые и оригинальные, которые понравятся всем любителям сдобных вкусностей. Выпечка может стать достойным украшением любого праздничного стола, и Хэллоуин не является исключением. Для этого оригинального праздника можно приготовить не менее интересные булочки, которые по форме будут напоминать настоящие тыквы. Оранжевый цвет выпечки придает тыквенное пюре, но по желанию вы можете добавить куркумы. Также советую взять немного больше сахара и соли, чтобы сделать вкус булочек более насыщенным. Сколько и какие продукты понадобятся, узнают те, кто досмотрит до конца. 1. Дрожжи разведите с 1 чайной ложки сахара и 2 столовые эль, теплой водой. Дайте им постоять 5-10 минут, молоко вскипятите и добавьте к нему сливочное масло, чтобы оно растопилось. 2. Добавьте соль и весь сахар, хорошо перемешайте и дайте массе остыть. Добавьте тыквенное пюре, куркуму для цвета, по желанию, дрожжевую смесь и яйцо, хорошо смешайте массу с помощью миксера. 3. Просейте часть муки и замесите в мягкое тесто. Готовое тесто переложите в смазанную растительным маслом миску и накройте пищевой пленкой, оставьте в теплом месте на 1-1-5 часа. 4. Готовое тесто разделите на 10-14 частей и сформируйте кружочки. На каждом кружочке сделайте по 8 насечек. Не прорезая центр, оставьте булочки немного подойти на застеленном пергаментной бумагой противне. Подписавшись, не пропустите новые вкусняшки. 5. Желток слегка взбейте со столовой ложкой водой и смажьте им булочки. В центре сделайте пальцем небольшое углубление, отправьте булочки в разогретую до 180 градусов духовку на 9-12 минут. 6. Затем разрежьте орехи и украсьте ими булочки. Приятного аппетита! Вкусняшки, подписавшимся. Как и обещали, расскажем ингредиенты. Мюка, 2-2-5 стакана. Тыквенное пюре, 2-3 стакана. Молоко, 1/4 стакана. Сливочное масло, 2 столовые ложки. Яйцо, 1 штука. Сахар тростниковый, 1 столовая ложка. Сахар рафинированный, 2 столовые ложки. Соль, 1 щепотка. Сухие дрожжи, 5 грамм. Теплая вода, 2 столовые ложки. Желток, 1 штука. Пеканы или миндаль, 10 штук. Количество порций, 10-14. Палец вверх или вниз, комментируйте, подписывайте. Заходите в гости.